В состав Красноглинского района входят 5 отдельных поселений, в том числе Береза и Прибрежная, а также микрорайон Крутые Ключи. Здесь же расположены заводы Электрощит и Кузнецов, международный аэропорт Курумыч. Максимально сплотить разрозненную территорию поможет перспективный план ее социально-экономического развития, который утвердили на расширенном заседании коллегии администрации города. Ставку сделают на благоустройство улиц и дворов, капремонт ветхого жилого фонда, решение образовательных и других проблем. В Красноглинском районе очень остро встала проблема обеспечения услугами общего образования. В Красноглинском районе из 16 общеобразовательных учреждений 5 обучают в 2 смены. В границах улицы 8 марта, Красноглинское шоссе, улица Нагина, Сергея Лазо, Симферопольской, академика Кузнецова в Красноглинском районе предусмотрено строительство школы на 1100 мест и 3 детских садов на 440 мест. На содержание и ремонт улично-дорожной сети в следующем году будет выделено около 50 миллионов рублей. Запланировано строительство нового водовода, так как качество питьевой воды – основная проблема жителей района, а также реконструкция местных ДК. Данный план развития необходимо расширить, считает глава Самары Олег Фурсов. Он подчеркнул, что необходимо создавать дополнительные рабочие места. Здесь есть свободные рабочие руки. И вот исходя вот из этих факторов, нужны направления, связанные с видением района создания новых рабочих мест в тех или иных отраслях. Учитывая, что район такой рекреационный, на мой взгляд, да, экологически чистый, зеленый, наверное, здесь мог бы развиваться туризм. По словам Олега Фурсова, в районе необходимо создавать новые туристические маршруты и подтягивать уровень местных турбаз, поддерживать молодежную политику и общественные инициативы, а также создавать транспортную доступность для жителей во всех уголках большого района.